знания. Коллективные предприятия. Бюро проектирования отстоит. Расскажите, пожалуйста, о результатах сегодняшнего заседания, о земельных участках. Какие земельные участки, собственно, оценивались? Какие результаты заседания? Значит, первый участок – это 5-й Рапортовский переулок 11 и Ленинградское шоссе 5, да? Пять, да. Все верно. Победителем этого конкурса стало бюро проектирования и экспертизы. Они подали документы, и у них больше всего баллов. А кто еще подавал документы? Кто из... Универсальная биржа подавала, и подавала Украинская универсальная биржа, и подавала ТОВ «Синергия-Инвест». А какие преимущества победителя? Преимущество, там есть методика, в соответствии с этой методикой мы высчитываем победителя. Вот и все. То есть есть методика, если хотите ознакомиться, протоколы будут вывешены и оглашены.